19 апреля, 17-й год, Харьков. Не устану повторять эту дату. 19 апреля. Ни января, ни февраля. Тюльпанчики, господи ты боже мой. Ну это караул. Вон тюльпаны. Здесь неделю назад на этом газончике груда была одуванчиков, тюльпанчиков, всякой поросли весенней. Вон тюльпаны. Они в шоке, я в шоке, абрикосы в шоке. Да, вот это матушка природа. Матушка природа, ты нам не родная, что ли? Что это такое, 19 апреля? Абрикосы в цвету. Надел армейские берцы, дабы не будить родню. В поисках зимней обуви. Куда? В шлепанцах уже ходил. Да. Под ветками сейчас лучше не ходить. Только что одна прямо в нескольких метрах от меня упала. Уточки. Опять теплые края полетели. С календарем сверяются. Безумно красиво, просто безумно. О, вот это оно. Вот что я про деревья говорю. Так тут сейчас по городу таких деревьев будет. Мульон. Больше, чем жители. Вон, зеленые листочки. Ну куда такую массу на себя принять? И здесь надо перебежками уже, наверное, перемещаться. А то может какой-нибудь лавровый веночек килограмм так на 90 к затылочку прилипнуть. О, стреляют. Падают, падают ветки, вон. Не поймешь, что ли, это уже дворники начинают пути расчищать. Хотя топорами сейчас вроде не работают, бензопилами. А по звуку либо топор, либо ветки деревьев суицидом занимаются. Ну, в общем.